Ковороз. Дедушка. Заглянем в окошко. А вот и он сидит. Дедушка, к тебе гости. Кто ко мне в гости заглянул? Здравствуй, Дариночка, красавица моя. Добро пожаловать. Как же ты выросла за последний год. Наверное, кашу хорошо кушала. И старших все время слушала. А у меня для тебя есть сюрприз. Где? Уверен, он тебе по нраву придется. Но сначала ты должна помочь мне в одном деле. Два моих помощника, рыжие бельчатки, решили поиграть со мной и спрятались куда-то. Везде я осмотрел избу. Нигде найти их не могу. Поможешь мне? Посмотри вокруг внимательно, и когда увидишь их, подскажи мне, где они спрятались? Куда же делись? Ну что ж, попробуем по-другому. Как ты думаешь, внучка, что больше всего любят белочки? Морковку или орешки? Орешки. Конечно же, орешки. Интересно, а наши белочки любят такие орешки? Рядом заждались уже. Желаю не болеть и не грустить, и с хорошим настроением время с пользой проводить. Много нового узнать и друзей не забывать. Чтоб невзгоды и беда не случались никогда. С Новым годом вас! Ура! Вот и прощаться нам пора. До встречи в следующем году. Меня ты жди, и я приду. До свидания, Дариночка. Все, пока, Дед Мороз тебе говорит, поздравил тебя, да? Тебе понравилось? Да.